произошел, все еще происходит маленький инцидент. У нас за стеной кто-то живет. Пару дней назад, 2 дня назад я сижу у себя в комнате на втором этаже, тихо, спокойно учусь. Слышу какой-то звук сверху, как будто в стене. Как будто что-то там ходит. Или там когтями там что-то пытается, ну, сделать, грызть или что-то там в этом роде, я не знаю. Но я поняла, что это какое-то живое существо, что-то за стенки. Первый раз был такой достаточно громкий, долгий звук. Я испугалась, думаю, что это может быть. Потом подумала, ладно, еще понаблюдаю, выйдет ли еще, ну, будет ли еще какой-то звук, может быть, это не то, что я думаю. Спустя минут 10 был опять тот же самый звук, только не такой длинный, не такой шумный. Я написала мужу, муж как-то особо не отреагировал. Ну, и как-то потом я тоже забыла, думаю, понаблюдаю еще, забыла, все. И вчера 10 вечера, муж в ванной комнате, я в кровати за телефоном валяюсь. И он мне говорит, Рика, ты права, что-то за стенкой. Я слышал, что-то там топтало, как будто пробежало. Ну, тогда уже, короче, все, сон, аривидерчи. Я такой человек, и муж, мы не можем просто лечь спать. Мы начнем гуглить, выискивать информацию, думать, обсуждать эту тему. Потому что, ну, какие-то мышки или крыски в стенке, как бы, ну, это не весело. Я люблю мышек, я их не боюсь, они очень великие создания. Но не у нас в дома и не за стенки, да, правильно? Я начала гуглить. Странный звук за стеной. Как мышка попадает в дом. Как убить мышку, как убрать мышку из дома, как их словить, как они попадают в дом, как узнать, что у тебя в доме мышка. Вот это все я начала, короче, гуглить. Вот. Ядрёный батон. Ну, один дебилот хуже другого. Спасибо. Нафига вы едете рядом с друг другом и блокируете обе линии? Серьезно? Ну нафига ты едешь вообще, блокируешь две линии? Два дебилоида едут на двух линиях, блокируют две линии. Нафига, если вы едете одну и ту же скорость? Сори, поэтому я не снимаю видео, когда я за рулем, потому что это происходит. Где я остановилась? Начала я все гуглить, мы не могли успокоиться. В интернете было написано, что чаще всего они в чердаке. Мы, короче, решили подняться в чердак, посмотреть, что там такое. Если мы там что-то можем найти. Угадайте, что? У нас, короче, чердак, я не знаю, как в других домах. В Америке чердак, и потом вокруг стенки везде есть, похоже на белую вату. Это изоляция. Ее трогать нельзя, типа, можно порезаться или что-то. Она похожа на вату, но ее трогать нельзя. Изоляция белая. И угадайте, что я вижу? Туннель. Я сначала подумала, может быть, это туннель специально сделан. Ну, может быть, какой-то есть смысл там, чтобы, не знаю, воздух продувался, я не знаю. Но потом я подумала, этот туннель, его раньше не было. Я в чердак достаточно часто сама поднималась, его не было. Я бы его увидела, потому что этот туннель сразу, когда поднимаешься в чердак, лицом сразу вот бросается этот туннель в глаза. То есть я бы увидела, если он был бы, но его не было раньше. И плюс этот туннель, он не прямой, а он вот так вот, знаете, как мышь. Человек же не может туннель делать, он только может прямой делать. А это вот, короче, поняли, что у нас мышь, или их уже несколько, я не знаю. Проверила, какашек нигде нету, так что, наверное, достаточно недавно она к нам залезла. У нас пробка на интерстейте. Вот если мне в будущем придется ехать в Даллас по интерстейту на работу, я буду вечно в пробках торчать. Сейчас 10 утра, рабочий день. В сторону Далласа пробка. Жесть. Ну, кстати, Labor Day Weekend. Может быть, сейчас многие уже взяли пятницу выходной и понедельник выходной, сделали себе удлиненный выходной. Может быть, сейчас только много трафика. Хотя, наверное, авария, как всегда. Потом мы решили
уже было почти 11 ночи, мы решили выйти на улицу и проверить вход. Муж сказал, он знает, наверное, где, откуда она зашла. У нас сбоку дом, есть наш кондиционер стоит, и с него идет труба в дом. Труба жирная, и она идет в дом, и мы проверили под этой трубой, короче, там как бы такая крышка, ну, вот, и труба туда заходит, а между... Там просто открытое пространство, то есть ты можешь смотреть в нашу стенку внутри, то есть там просто открытое пространство, то есть не стенку дома, а вот стенка, дом наш внутри, стенка, стенка, и вот ты можешь именно вот в это пространство смотреть. Достаточно легкий вход для мыши, достаточно большой, и больше других входов нету, чтобы она могла зайти. Я так думаю, я сейчас переехала в магазин строительный, я куплю специальную вещь, чтобы заблокировать этот вход, и я куплю специальный спрей, я читала, я не знаю, отзывы нормальные, я никогда этим не пользовалась, это спрей, который барьер вокруг фундамента пускаешь, и оно должно наоборот отвергать, чтобы не хотели вот все эти грызуны к нам залезать в дом. То есть они должны подальше держаться. И заодно сейчас, когда приеду, я еще раз проверю весь наш дом вокруг. Везде проверю, если есть еще какие-то входы, надо будет это все заделать. Попырску в чердаке я вам тоже засниму, чтобы вы видели. И... Да? Будем бороться с этим. Кстати, по всему параметру дома у нас такие дырочки. Я их закрыла тоже специальной сеточкой, чтобы оттуда влага, воздух выходил, но ничего не заходило. Эти дырочки специально, вот видите, они везде. Они и снизу, где фундамент, по всему дому, и потом над каждым окне. Здесь этого нету, потому что это у нас совсем другой материал. А где кирпич, вот. Каждое окошко, над каждым окном двери есть вот эта штучка. Для чего это? Это делается, чтобы выходила влага и вода, которая может за стенками быть, чтобы не начиналась плесень и все дела. Это специально делается, поэтому этих дырочек закрывать ни в коем случае нельзя. То есть можно закрыть сеточкой, чтобы насекомые не заходили, но чем-то там твердым закрыть нельзя, а то потом влага не будет выходить, и у вас потом плесень за стеной будет расти. Вот, я их все позакрывала уже давным-давно, потому что я видела, как туда пауки заходят. Это тоже все ведет за стенку. Как пауки заходят, всякие разные осы туда пытаются залететь до сих пор, кстати. Я везде позакрывала. И это, кстати, тоже входы. Отсюда тоже мышки могут залезать. Ну, это, конечно, нет. Может быть, вот эта она достаточно большая. Вот, я тоже проверю, чтобы везде там еще у меня были вот эти, этот материал, потому что крыски, мышки тоже могут его вытащить. Проверю, чтобы все было на месте. И закрою ту другую дырку. Вот, этим буду сегодня заниматься, очень интересно. Интересно, да? Ты будешь кушать? Ты будешь кушать? Пойдем кушать. Короче, на выходных надо собраться, почистить машину снутри. У меня там такой бардак. Короче, смотрите, что я купила. Такое специальное средство, которым брызгаешь, и оно должно делать так, чтобы мышки не хотели к нам идти, потому что там какой-то специфический запах. Так, и губки, которые я в дырку засуну. Я вам сейчас покажу, где эта дырка находится. Я сейчас проверю фундамент вес, чтобы там еще не были нигде дырочки, какие-то входы. Вот здесь снизу дырка, здесь снизу. И оттуда они могут залезть, смотрите, они могут здесь залезть и вот по этой трубе туда. Так что я сейчас не знаю. Попрыску, пусть муж потом сам заделает цементом, либо губка. Я сейчас на коленках тут лазить не хочу. Вот такие дела. Наверное, тут это единственная дырка, которая открыта, где я могу приставить, чтоб кто-то мог залезть. Thank you.
Сейчас будет самое интересное. Я из тех людей, я боюсь эти... я боюсь! Знаете, я ужастиков насмотрелась, я боюсь. Это как из фильмов ужасов, смотрите. Даже Чарка боится, убежала. Чтоб ничего на меня не упало, пока я это открываю. Типа мышки или какого-то насекомого. Вы готовы? Мы сейчас полезем. Так, я беру с собой фонарик в рот. Видите, дырочка. Где ничего нету? Это я так боюсь. Я так боюсь этих мест. Там что, паутина? Так. Так, что мы будем сейчас делать? Я сначала поищу, если где-то есть какие-то какашечки или что-то. Вот. Я так не боюсь, я так не люблю эти... ладно, буду сейчас искать, короче. Здесь так жарко, вы не представляете. Здесь очень жарко, надо будет полазить, поискать здесь, если здесь что-то еще валяется, лежит. Этого вчера не было. Здесь еще дырочка появилась новая. Не, она вчера была. Она была вчера. Ладно, я пойду, потом с вами свяжусь. Вы видите это? Я побывала всего лишь 9-10 минут на... чердаке, там такая жара, вы просто это видите, у меня прям течет, я чувствую, у меня даже в жопе течет. Ужас какой. Как жарко. Там очень жарко, я не знаю, я не нашла никакой проход, кроме как вот тот, который мы вчера нашли. Очень трудно одной рукой это закрывать. Вот. Так что я думаю, все-таки это проход, и тот на улице это проход, чтобы она залезала снаружи к нам и видела потом как-то наверх, а потом уже оттуда бегает по дому.